Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən sizi 9-cu Bakı Qlobal Forumundan salamlayırıq. Qısa bir fasilədən sonra panel müzakirələr artıq yenidən davam edir. Və hal-hazırda Moldovanın keçmiş prezidenti, sabiq prezidenti Petro Luçinski yanımdadır. Добро пожаловать в Баку, господин Лучинский. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что отличает Бакинский глобальный форум от других международных площадок, будь то Мюнхенская конференция или в рамках Давосской форума? Но прежде всего, Бакинский отвечает полностью понятию глобальный, потому что форумы проходят по определенному, более узкому количеству проблем. Вот я был неделю тому назад Marmara Group в Стамбуле, проводили, так сказать, тоже форум. Но там экономическая и встреча, так сказать, одна общая. Другие тоже имеют ограниченную повестку дня. Бакинский охватывает большой круг проблем, практически все стороны, так сказать, жизни. Дальше. С точки зрения формулировки, они ставят самые животрепещущие проблемы. И здесь присутствует большое количество людей с разных концов. Люди, эксперты, люди с опытом. Много президентов, премьеров и так далее. Поэтому с этой точки зрения он уникальный и отвечает, скажем, запросам современности. Вот каждый раз, каждый год формулируется такая повестка дня, чтобы охватить самые болевые точки, которые есть в мире. Бәлі, қонағымыз қейд еттігі кімі Бакі Глобал Форумы үмиятлә дүниада кечілген бір чоқ тәдбірлерден сечілір. Өзәлі ондан ібаретті ки, мүхтәліф платформаларда чоқ қыса сайыда бір суаллар орталыға қойылыр, мәсәлілер мүзакір олынур. Бакі форумында исә дүниада olan problemlər hamısı geniş əhatə olunur və əsas özəllik də ondan ibarətdir ki, bu forumda, bu tədbirdə dünyanın bütün ölkələrindən müxtəlif, yəni istər sabiq prezidentlər olsun, hal-hazırda, yəni prezident postunda olanlar olsun, yəni bu müzakirələr daha geniş aparılır. Как вы оцениваете вклад Азербайджана в установление мира в регион Южного Кавказа? Азербайджан занимает очень серьезную позицию по многим направлениям. Естественно, прежде всего это отражает то, что Азербайджан мощная экономическая держава уже. Тем более сейчас мы все свидетели такого огромного кризиса энергетического, и Азербайджан является источником, так сказать, больших решений этих большую роль принадлежит Азербайджану. Второе. Есть такое движение неприсоединившихся стран. Значит, те страны, которые не участвуют в каких-то блоках и так далее. Это мало не мало, около 120 стран. Сейчас Азербайджан и президент Ильхам Алиев является президентом и руководителем вот этой организации, которая имеет возможность играть огромную роль. Вы можете представить, они же все члены ООН. Это же большинство, почти по две трети, так сказать, членов ООН являются в этой организации. С другой стороны, Азербайджан, столкнувшись с проблемой, так сказать, конфликта с Арменией и проблемой Нагорного Карабаха, имея почти четыре решения Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, в конечном итоге в значительной степени эту проблему решили и является с этой точки зрения примером. Да, конечно, был конфликт, была война. Но мы знаем, что такое война сейчас. Здесь был конфликт, были потери людей, естественно. Но дай Бог, чтобы вот то, что произошло сейчас, и то, что происходит в плане мирного развития и развития каких-то экономических проблем в этой зоне, чтобы это развивалось именно таким образом. Поэтому роль Азербайджана значительная. Благодарю вас. Спасибо большое. Qonağımız qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın regionda sülhə çağırışı çox vacibdir. Çünki
Azərbaycan ən böyük təşkilatlardan biri olan Qoşulmama Hərəkatı təşkilatının üzvüdür və bu çox vacib bir məsələdir. Qonağımız qeyd etdi ki, bu günlərin Qafqaz regionunda sülhün qorunması, ümumiyyətlə sülhün yaradılması baxımından da Azərbaycan çox önəmli bir pozisiya tutur. Çünki Azərbaycan çox güclü iqtisadiyyatı var və artıq post-müharibə dövründə də Azərbaycan bugün Avropa ölkələri üçün də təhlükəsiz enerji mənbəyinə çevrilməkdədir. Hələlik isə bizim çatdıracağımız bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.